Власти Украины скрывают от Совета Европы информацию о теракте против подробностей. Об этом говорится в заявлении оппозиционного блока. По словам народного депутата Юрия Павленко, в ответах на многочисленные запросы из ЕС украинские правоохранители сообщают лишь о ходе расследования хулиганских действий. Хотя, еще раз напомню, СБУ квалифицировало это нападение как теракт. Я напомню также, что ранее в «Эпоблоке» опубликовали результаты собственного расследования, заявив, что за организацией этого всего стоит лично министр внутренних дел Арсен Аваков и руководство партии «Народный фронт». По мнению Павленко, теперь депутаты из «Народного фронта» всячески пытаются скрыть от Европы тот факт, что их партия занимается финансированием терроризма, направленного против свободы слова в Украине, заявил народный депутат.